Доброе утро, друзья! 20 мая 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день пчел, международный праздник. Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая. Сегодня все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Профессиональный праздник, Всемирный день травматолога. Ежегодно 20 мая на Украине отмечается День банковских работников. День Виктории в Канаде празднуется в понедельник перед 25 мая. Купальница – праздник народного календаря. Знаменательное событие – 1873 год. Фирма Levi's Strauss & Company получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов. В 1887 году за попытку покушения на Александра III были повешены Александр Ульянов и его соратники. 1895. В Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Зрителям показали 4-минутную ленту о боксерском поединке. В 1989-м советский летчик Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Родились в этот день, в 1799-м, Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы, один из основоположников реализма в европейской литературе. 1913-й. Родился Уильям Хьюлетт, американский инженер, соучредитель компании Хьюлетт-Паккард. 1925 год. Алексей Туполев, советский и российский авиаконструктор, академик Российской академии наук, герой социалистического труда. В 1939-м родился Роман Карцев, советский и российский артист эстрады, театра и кино, народный артист России. 1944 год. Джо Кокер, английский рок-певец, кавалер ордена Британской империи. 1946. Рождение Шер. Настоящее имя Шерилин Саркисян. Американская певица армянского происхождения. Обладательница премии «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус». В 1958. Алексей Гуськов. Советский и российский актер театра и кино. Продюсер, народный артист России. 1967 год. Родился Гоша Куценко, российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, сценарист, продюсер и общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации. В 1975 году Шура, настоящее имя Александр Медведев, российский эстрадный певец. Этот день по лунному календарю. До 22 часов 26 минут по московскому времени чистый, светлый, спокойный день. Пришло время отдыха от напряженных и активных действий. Сегодня не стоит проявлять агрессивность, доказывать свою правоту, кричать и размахивать руками. Нельзя включать громкую музыку и вести себя вызывающе. Лучше всего провести день в уединении, быть тихим и скромным. После 22 часов 26 минут – день общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад. Однако следует тщательно контролировать буйство сил. Не все могут выдержать значительную перемену ритма. Вот такой он 20 мая 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!